Я обычный человек с обычными слабостями. Несколько дней назад я оставила свою привычную жизнь. Выходи за меня. Твою. Жесть. Ань, ну прости меня. Бог простит. И отправилась навстречу новому. Мое солнце не здесь. Оно просто прячется где-то. Но каждый новый мощь. Меня зовут Аня Смолина. Будет шагом его луча. А все остальные зовут меня... Слышь, ты поехал же! Давай, свали с дороги! Эй! Что ты ходишь за мной? Маньяк, что ли? Нет, я Валера. Ну, а имя как у маньяка. Я колесо повело. Я наблюдаю под облаками душные сумерки. Что будет дальше, точно не знаю. Но все-таки, все-таки... Как ты меня все время находишь? Судьба, наверное. Я вижу, прям тебя разорвет, если ты совет не дашь. Да, это дорого и понтово. Нормально у тебя лясик, резина тоже. Седуху новую возьми и обвесы. Нет, ну или если тебе нравится столько креплений для бутылок. Я к матери еду. 13 лет ее не видела. Она, может, меня и не узнает. Смешная ты. Мать всегда узнает. Разреши мне быть рядом с тобой, мама. Так что, милые хейтеры, утритесь. Я еду в Магадан. Забери меня, забери, забери меня с собой. В моем сердце так много любви, разреши мне быть рядом с тобой, мама. Забери меня, забери, забери меня, мама. Под небом другим остывать будут только наши следы. У нас правила в грязной одежде, и мы не заселяем. Девушка. Тоже грязная. Заселяй. Вся жизнь – это одно большое путешествие. Главное, как ты пройдешь свой маршрут. И я пройду этот путь, я знаю точно. Погодь, ты это... Ну это, ну девки! Девки, тут это... Так это ж поехавшая. Ну точно, ну... Я тебе говорила, она настоящая. Пошли, я с пирожками угощу. Слава она такая, неизвестно, где накроют.